пустолюба твоему сердцу. Цена! Да, мне это пригодится!
страха я возрожден. Мне придется идти одному. Hmph!
хочешь. Huh!
ты, всадник. Я выслушиваю просьбы мертвых, а не проклятых. А как насчет просьбы твоего повелителя? Я служу ему даже сейчас, несмотря на то, что он наградил меня за службу вечными муками. Ты покинул вечный трон. Здесь тоже есть потерянные души, которые хотят предстать перед судом и отправиться в город мертвых. Я слышу, как по коридорам бродят три неприкаянные души. Найди их и приведи ко мне. После того, как я очищу их от прошлого, то выслушаю просьбу костяного владыки. Зачем нужно выслушивать просьбы умерших? Для того, чтобы душа могла попасть в город мертвых, ее тайны должны быть раскрыты, а жизнь оценена. Все дело в прощении. Без него душа будет слепо и бесцельно бродить по этому миру.